Еще чуть-чуть. Мы уже взрослые мужчины. Всем по 35. С детьми, со всеми делами. Ну и поэтому стали придумывать себе, каким образом нам развлекаться, а не только пьянство, потому что пьянства не хватает на здоровье. Ну, в общем, мы сходили на плавочку. Поехали 6 утра. Что ли? 5 надо было ехать. Я надеюсь, что у Саши рыба, а у Саши червяк. Так что будем есть червяков. Если что, у нас куча опарышей, мотыля. И женам привезем добычу однозначно. Поклевка! Поклевка! Да не факт. Нет, просто что-то пошло не так. Просто кто-то неправильно сделал. Не сказал, что сыровато. Сейчас самое то. Тёплый сыроват. Горячий сыр не бывает. Что там? Ну, вы всеми не называются, они там волкоколичком палают. Ягеря. Вишкарик не работает? Ну, что, вишкарик он такой, не греет. Не греет что? Не греет? Ты можешь чуть-чуть смешать их между собой. Я в том, что просто попробуйте сходить, и сходите на что угодно, на всякие псевдо-мужицкие истории. Если вы не сделаете из этого какого-то культа, а сделаете какой-то досуг, разовые, двухразовые штуки в год, я думаю, что вам понравится, это будет интересно. Главное не превратиться в того человека, который называют пингвин, что так рыбалка затянула, что лед ушел вместе с тобой, и потом через себя пытается выловить и поймать. Ну, в общем, не знаю, это очень здоровская штука, всем ребятам очень понравилось. Хоть и холодно было, мило, но это какое-то прекрасное времяпрепровождение. Хотя, наверное, пару дней в поход в горы, это еще лучше.